Седьмой класс, пятая серия. Правила раскрытия скобок. Если перед скобками стоит плюс, то при раскрытии скобок знаки не изменяются. То есть надо просто отбросить скобки, и знаки сохраняются такие, как были, так и остаются. Если же перед скобками стоит минус, Раскрывая скобки, знаки надо поменять на противоположные. Например, минус перед скобками, а в скобках а минус 6. Значит, надо поменять на противоположные и записать минус а плюс 6. Здесь тоже перед скобками стоит минус, в скобках плюс 2 плюс 3а. Раскрывая скобки, надо написать противоположные знаки. Минус 2 минус 3а. Если есть э скобки двойные, то есть надо начинать раскрытие скобок э с внутренних скобок. Значит, сначала надо раскрыть вот эти скобки, а затем уже и внешние. Итак, перед скобками минус. Раскрывая скобки, знаки меняем на противоположные. Прежде чем раскрывать внешние скобки, можно привести подобные слагаемые вот в этих скобках. 2а минус а это будет а. 1 плюс 4 это 5. Перед скобками минус. Значит, раскрывая, надо знаки поменять на противоположные. Ну и осталось привести подобные слагаемые. Ответ 2а минус 5. Первая задача. Упростите выражение. Выражение содержит двойные скобки. Значит, надо начинать раскрытие, начиная с внутренних скобок. То есть, надо сначала раскрыть вот эти скобки и эти, а затем уже переходить к внешним скобкам. Перед скобками стоит минус 3. Значит, надо умножить на минус 3. Сначала 2b, а затем минус 1. И при раскрытии вот этих скобок получается минус 6b плюс 3. Так, здесь перед скобками стоит плюс 2. Значит, умножаем уменьшаемое и вычитаемое. Получается вот плюс 10 минус 2b. Прежде чем раскрывать внешние скобки, можно сначала привести подобные слагаемые. Значит, 3b минус 6b и минус 2b. Подобные слагаемые – это слагаемые, которые имеют одинаковую буквенную часть. Склад... Выполняем действие с коэффициентами. 3 минус 6 и минус 2 получится минус 5 умножить на b. 3 плюс 10 – это 13. Так, теперь осталось раскрыть внешние скобки перед скобками минус, значит, надо знаки поменять на противоположные, будет плюс 5b минус 13. Осталось привести подобные слагаемые: 7b плюс 5b это будет 12b ну, и минус 13. Вторая задача. Всегда ли сумма трех четных последовательных натуральных чисел делится на 6. Давайте меньшее число обозначим за 2n. Вот это формула четного числа. 2 умножить на n, где n натуральное. Следующее, то, которое идет следом за ним, четное, натуральное, на 2 больше, а следующее еще на 2 больше. Давайте раскроем скобки, приведем подобные слагаемые, упростим вот это выражение. Получится 6n плюс 6. Делится ли значение этой суммы на 6? Да, делится, потому что первое слагаемое делится, второе слагаемое делится, значит и сумма делится. Можно представить в виде произведения эту сумму. 6 как общий множитель на основании распределительного закона можно вынести за скобки и вот мы представили в виде произведения, где один из множителей равен 6, значит, значение этого произведения будет делиться на 6. И третья задача. Катер прошел по течению реки за 3 часа. Такое же расстояние, какое он проходит за 4 часа против течения. Скорость течения реки 2 км в час. Найдите собственную скорость. Давайте обозначим за х собственную скорость катера. Х км в час. Когда катер идет по течению реки, его скорость собственная плюс скорость течения реки, а когда идет против течения, собственная минус-скорость течения реки. Итак, по течению реки он за 3 часа прошел расстояние. И это же расстояние он проходит за 4 часа против течения реки. Осталось решить вот это уравнение и назвать значение х. Надо раскрыть скобки, затем перенести слагаемые с x в левую часть, это число 6 переносим слева направо, получается минус x равняется минус 14, x равен 14. Итак, собственная скорость катера 14 километров в час.